Митинг памяти у Вечного огня – не просто традиция. Общая память объединяет поколение анапчан. Для ветеранов это еще одна возможность повидаться друг с другом. Для школьников – вспомнить подвиг дедов и прадедов. Они отдали свои жизни за нас, чтобы мы сейчас, в данный момент, жили, чтобы вообще все это происходило. И вот вообще очень приятно, конечно. Вот, и жалко, что столько жизни ушло из-за этой войны. В минуту молчания каждый думает о своем, но чувства у всех одни – гордость за родину, благодарность героям и надежда на мир в будущем. Мы низко склоняем головы перед всеми воинами и героями Советского Союза, отдавшими свои жизни за наше с вами светлое будущее. И перед ними, кто сегодня здесь присутствует, мы говорим: вечная слава и память ушедшим из жизни, а живым здоровья на долгие годы. Маленьким казачатам выпала честь нести праздничный караул. В станице 11 казачьих классов. Более 300 ребят продолжают славные традиции предков. И это их личный выбор. В станице хорошо знают дедушку Варткеса, который немцев вбил. Я сам доброволец. Мне сейчас в кармане справка, что второй день я пошел в военкомат и просили, что мне надо пойти родину защищать. Уже война идет. Он живо помнит, как 24-летним юношей впервые заглянул страху в глаза. Больше всего гордится орденом Великой Отечественной войны и молодым поколением. Станичные дети немного отличаются от городских. Они чистые, открытые, добрые, насколько они доброжелательные, совестливые. Вот это очень приятно. И такие же, наверное, как и их родители. Почествовать родную станицу с праздником пришли семьями. С детьми, подкрепившись наваристой кашей у полевой кухни, занимали места у сцены. Школьники воспроизвели атмосферу военных лет. Музыкальные поздравления от золотого голоса Анапы Юрия Цыганка и задор ансамбля «Соловейка» – лучшие подарки. Щедрое анапское солнце подарило станичникам погожий день. Эту теплоту гости праздника передавали друг другу и не сдерживали эмоций.